Группа Михаила Танича «Лесоповал» в 2000 году. Добрый вечер, уважаемые зрители. Вы всегда меня привыкли видеть с известными депутатами Государственной Думы, но не подумайте, что группа «Лесоповал» стала депутатом Государственной Думы. Итак, телевизионное творческое объединение «Монолит» в гостях у группы «Лесоповала». Скажите, Сергей, тяжело ли работать минусовой фонограммой? Вот вы работали живым голосом практически 2 часа. Ну, у нас, слава богу, уже большой опыт, и поэтому как бы уже привыкли. Скажите, вы, я смотрю, так, немногословный человек, очень так это, любите талантом своим радовать зрителей. Вы мне льстите. Ну что ж, я сказал просто то, что я слышал в зале от народа. Сергей, вы человек коренной москвич или не совсем? Нет, родители у меня не москвичи, но я родился в Москве. Скажите, как вы пришли в группу «Лесоповал»? Я пришел в группу «Лесоповал», меня вот посоветовал Саша Федорков, это вот наш композитор, аранжировщик. Вот уже я его знаю больше, наверное, 10 лет, наверное, да. Ну, он мне порекомендовал Михаила Саевича Таничу 6 лет назад. У вас полностью не аншлаг, зал был полностью забит, мест не было и билета практически не было, что редко бывает вообще в Липецке. Так, уважаемые друзья, Сергея мы отпустили после 2-часовой работы, он просто, ему надо чуть-чуть отдохнуть, и сейчас я нахожусь рядом с композитором группы «Лесоповал», с автором многих популярных песен. Скажите, откуда рождается музыка у вас? Как она приходит к вам? От текстов. В принципе, сначала тексты, стихи, которые дает Танич, они очень музыкальные, и я пытаюсь просто их не испортить.